Всем привет! Этот выпуск будет посвящен топ-6 автомобилям Old Cartland за 10 лет. Среди множества автомобилей, представленных на выставке, сложно выделить определенную группу автомобилей-фаворитов, но в этом выпуске отметим 6 машин, которые запомнились больше всего зрителям. В топ вошли ЗАЗ-965, выпускался с 1960 по 1969 год, вышло свыше 300 тысяч авто. ЗИЛ-115. Выпускался с 1978 по 1983 год. Вышло всего лишь 106 машин. ГАЗ-М21Г «Волга». Выпускалась с 1956 по 1958 год. Вышло свыше 1000 машин. Бьюик-2450Л. Выпускался с 1924 по 1925 год. И Ford Model T. Выпускался с 1908 по 1927 год. Выпущено свыше 15 миллионов автомобилей. Каждая из машин выпускалась в разное время и стала своего рода символом того периода. Да, они не всегда впечатляли своими характеристиками и местами требовали усовершенствования, но все в свое время имели успех. Как по мне, Ford Model T сделал революционный поворот в истории автомобилей, ведь он появился миллионным выпуском с абсолютно доступными ценами по меркам того времени. Таким образом, американцы начали массово пересаживать на автомобили. В дальнейшем автомобильная индустрия начала развиваться со скоростью света. На видео показаны топ-6 автомобилей с выставки Old Cartland. Друзья, а какая из этих машин произвела на вас больше всего впечатления? Комментируйте видео, делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!